обсуждаете? Это что за писульки? Это информация о том, что контрольный пакет акций всего нашего автопрома принадлежит вам. Ну и что, подумаешь. Смотри, уже нельзя, что ли, подзаработать честному человеку? Можно, можно. Но когда все это выяснится, то весь мир узнает, что именно вы с 90-х придумывали все новинки этого нашего автопрома. Это вот то, что сейчас гниет у нас. Это дерьмо на свалках. И вы заставляли их внедрять. А кто же откажет главному акционеру? Да как же ты, Валентина? Да как же ты? Да я же тебя... Ну, Иван Петрович, ничего. Да ничего не будет. Вы просто измените один файл. Иванов. Да я же все ради людей. Я же как лучше хотел. А получилось, как всегда. Да.